Привет, Кыргызстан, Россия, Казахстан. Короче, всем привет. Добро пожаловать на наш канал Три Плюс. На этом канале я буду знакомить вас с самыми вкусными блюдами турецкой, европейской и азиатской кухни. На этом видео мы будем готовить блюдо, которое появилось здесь. Если вы готовы, поехали готовить. Не забудьте подписаться и поставить пальчики вверх. Сегодня мы с вами будем готовить фаршированные картошки. Я взяла 4 картошки, но вы, смотря на количество людей и на ваше удобство, можете использовать чуть больше или меньше. Я использую картошки среднего размера и начинаем их чистить. Так, мы почистили все картошки. Я даже попробовала, каким будет более удобным. И чайная ложка самое то. Сначала делим картошки на 2 части. И убираем середину чайной ложкой вот такими тремя движениями. Серединку вы можете потом сделать картофельное пюре. Важно держать картошки в руках очень крепко, чтобы картошки не испортились и не сломались. Вот, этого будет достаточно, не очень тонко и не очень толсто. И с остальными делаем то же самое. Теперь переходим к плите и на сковороду выливаем 1 стакан подсолнечного масла. Когда масло подогреется, начинаем жарить картошки. Вот так. Можете долго не жарить, потому что картошки потом будут в духовке готовиться. Как только чуть-чуть прожарится, переворачиваем в другую сторону. Достаточно, наши картошки уже готовы. Как видите, на сковороде осталось небольшое количество масла. И на этом же масле жарим на мелкие кусочки, кубики, нарезанные 1 лук и 1 красный, 1 зеленый болгарский перец. Жарим. После того, как немного прожарили, добавляем 200-250 граммов фарша. И дальше продолжаем жарить. И, как видите, наш фарш уже прожарился. Теперь сверху добавляем 1 чайную ложку томатной пасты, 1 чайную ложку черного перца, 1 чайную ложку острого перца и 1 чайную ложку красного перца. Хорошо все перемешиваем. Добавляем небольшое количество воды. Немного увеличиваем огонь. Отключаем плиту и убираем с плиты. Кладем наши картошки в удобную посуду или же на противень
То есть, как какую вы используете для духовки, ту и берем. У меня в одной картошке вот такая дырка, но это не проблема. Вот так вот кладем. И кладем в наши картошки по одной ложке нашего фарша. Вот так вот фаршируем. Делаем вот такую смесь. На полстакана воды добавляем 1 чайную ложку томатной пасты. И вот так по 1 чайной ложке выливаем на каждую картошку. Духовку поставила на 200 градусов. И держим в духовке примерно 10 минут. Так, после того, как продержали в духовке 10-15 минут, ложим сверху по 1 кусочку сыра чеддера. И держим в духовке еще до плавления сыра. Как видите, я вытащила уже из духовки. Очень горячий. Держала только до плавления сыра. И положим наше блюдо теперь на тарелку для сервиса. И вправду получается очень-очень вкусно. Предлагаю вам тоже приготовить. На ваше усмотрение можете украсить зеленью или лимоном. Можете приготовить как для семьи, так и для гостей. Для гостей это будет самое то. Смотрите, какой он горячий. Давайте я вам вот так вот покажу. Уверена, что вам очень-очень понравится. Наше блюдо готово. Приятного вам аппетита!